Сегодняшнее видео специально для тех, кому не безразличен уход за волосами. Итак, расскажу то, чем пользуюсь сама и с уверенностью могу рекомендовать. Первый раз пользуюсь вот такими вот ампулками. Это ампульный концентрат против выпадения волос от Faberlic, серия Expert Pharma. В серии, вот в этой линейке, есть еще и шампунь и разогревающая маска для волос. Тоже советую, можете в комплексе пользоваться, и тогда эффекта, конечно, будет больше. Здесь подробно указан способ применения, потому что его можно применять как профилактически, так и в период, когда нужно резко остановить, да, выпадение волос, сократить. Вот. А способ применения очень-очень легкий. Нужно просто вот отрывать вот эту вот часть, верхнюю часть ампулки. Вот она, пластиковая, легко очень отрывается. Не повредите себе руки, ничего, то есть безопасно. И втираете ампулу в кожу головы, когда волосы слегка влажные или сухие, да, свежевымытую голову, соответственно. Вот. И второе средство, которым стала пользоваться недавно. Это эликсир «Глубокое восстановление». Очень хорошо восстанавливает. То есть больше подходит для секущихся волос, чтобы волосы не секлись, для сухих кончиков. Его нужно наносить тоже на влажные или сухие волосы. Вот. И, естественно, не смывать ни одно, ни второе средство не смывается. Ну, эликсир, кстати, очень-очень приятный, прям очень приятный аромат в составе масла амлы, которая очень хорошо способствует восстановлению и питанию сухих кончиков волос. Тоже Faberlic серия Expert.